Там столько жбанчики и столько стоит. И вот страховка, найдите, блядь, стрелять с ними. И правда, ну стрелять это и стрелять. А вот там уже дом рядом стоит. Вон, горит сейчас. Это сладкое слово «свобода». Это будто бы птицы лететь. Это сладкое сердце заноза, который хочется бить. Это сладкое слово «свобода». Задохнуться не страшно в ней. Это граль небесного меда. Ангела слезы елей. Мы будем бить китов. Мы будем бить китов. Мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов. I have a lot of money, yeah, and I want to do money, to make money with the help of Russian alcoholics. I think that is wonderful material for my experiments. I, with my brother, will earn a lot of money, and then we'll break Russia down, yeah. Мы жрали вчера, шок так хуёво. Что мы можем пить? Водку из КБ Рик. Редбул запивали. Какой же дурак придумал Редбул водкой запивать, а? Ты и придумал, Юрий. Я? Да, ты же у нас экингизмом занимаешься. Как ты сожалеешь? Да? Ладно, с тебе манда. А ты участкового нашего нового видел? Ну, братва говорила, что у нас теперь новый участковый. Крутой просто пиздец. Да хуй на него. У него одинокий волк. Одинокий волк? Да. Трамваи его объезжают, да, наверное? Ой, да мне до пизды калитка, слышь, я их вообще не боюсь. Говно они все. Подумаешь, что тоже ходит топ-топ в форме. Добрый день, господа алкоголики-тунеянцы. Я ваш новый участковый, Владислав Ловкий. Можно просто одинокий волк. Можно, Владик. Я тебе, блядь, дам по шапке нахуй, Владик. Владик, ты лучше рот свой прикрой, и ты свой рот прикрой, блядь. Я лично знал дядю Степу, понял? Так, мы сейчас посмотрим, что тут у нас. Дон Грачоза, рундул-мундул, верно? Да. Безработные алкоголисты, дебоширы. Так, что у вас там? Пьянство, куча неоплаченных штрафов. Когда штрафы оплатите, а? Завтра вроде собирались идти устраиваться на работу. Мне кажется, Господь имеет некоторую симпатию к вам. У меня есть для вас блатная работа. Хоть ваши штрафы оплатите. Садитесь в тачку. А куда едем-то? К доктору едем. К доктору закодирует вас. Хоть штрафы оплатите. Пойдем. Здорово, Роганов. Здорово. Что значит потеряла? Привет. Ну, давай, показывай товар. Давай, огонь. Давай, давай, копытами шевели своими. Ну что, пошли, заработай. Давай, 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 шевели. Побольше, получше. Место еще на троих нам хватит. Ну все, дело сделано. Сотрудничаем дальше. Так. Пишет, пишет, пишет. 22.05.19. Эксперимент по синтезу инновационного спайса. Заказанного. Заказанного. Фу, блядь. Заказанного корпорации КИТ. Он вошел в конечную фазу. Я, Андрей Крашеный, светоч науки. Никто не мог бы не подумать, что синтезировать мышиного дерьма, мочи сиамской кошки, заварением барбитуратов дадут стойкий галлюциногенный эффект. Вот такого длительного действия. Итак, так, что мы имеем? Если мы работаем над этим наноспайсом, мы назовем его Роганин. Но если мы в роганин добавляем что? Что мы добавляем в роганин? Опиумную группу. Мы получаем стойкий эффект привыкания. 100% эффект привыкания. Это же... Ну тогда это будет на вещество. Такс. Роганин плюс опиумная группа. Рогач. Блядь, рогач! Сука! Я гений, блядь! Итак, остается только оттестировать новый препарат на местных дебилах. Блядь, слава богу, их тут очень много. Вот. Отлично, оттестировать на дебилах. Слава Роганову! Слава Киту! Аллилуйя! Я должен срочно провести исследование. Тесты на дебилах могут быть не совсем качественными. Ведь я же ученый. Какой же я ученый, если я могу провести тест на себе, да? Hello, Ben. I'm glad to hear you too. What about our business, brother? Is everything all right? Our dealers are interested in the results of your experiments. Everything is fine. Don't let them worry. We have done the last test today, and we can begin the realization. It's wonderful. What do you think about the name of drugs, and what form will it be in? It will be in two modifications. It will be in powder and the tablets. It will call Roganin and Rogach. And the fusion of it will give us the slowest thing, the Rogach 57. Yeah, it will be the ball. Wow, brother, you have overcome all my expectations. I want to see the test. Do you have a suitable material? I hope there will be no problem. Sure, vodka and corruption are two things that Russia stands on. Let's drink for it, and we will go on, brother. Goodbye. Fucking Russian связь, мать твою, за ногу. Дела идут нормально. Желтый мочок. Кайф вообще. Красота. Да, товарищ майор. Сейчас разберусь с этим вопросом. Ебать. А, бля, горячий приход, сука. Так и до трухолос, сука, недалеко, блядь. А так заебись. Бля, надо на водочку перекмариваться. С Наташкой, ну ее, она алкашка. А когда я сплю под белым, это, бля, другое дело. Не могу я спать в больнице. Хренотень все время снится. А когда-то тут колес прет меня шапарабос. Мент, ёп. А ну стой, мудила! Есть! Ну иди сюда, торчок. Ты что здесь, мудак, делаешь? Желтый мачок на рулетке сыра. Да, отличные рулеты, я у тебя смотрю. Да, рулет хорош. А грибы галлюциногенные случайно ты не употребляешь? Только чайный гриб. Ну-ка. А вот этого доктора ты знаешь? Да. Знаю, он нам еще лампы сдавал все. Какие еще нахер лампы, блядь? Сейчас. Во, гипнолампы. Пойдем-ка со мной, все мне расскажешь про свои лампы. Ничего интересного. Здорово! Что, куда путь-то держишь? Да вот, блядь, в деревне дед мне оставил дом, туда хуярю. Ясно, подвезти? Давай. Садись. Ну а что, водочку-то пьешь? Не, водку не пью, спортом занялся. Бицепс скачаю, лицу потихонечку, стрипс прокачиваю. У нас тоже вот все остальное. Сейчас все на спорт перешли в основном, потому что доктор есть у нас местный. Семен Роганов, он-то всех их загонировал, и теперь все на спорте сидят. Так что поедем в деревеньку, там все и увидишь, как говорится. Но про деревеньку тебе еще скажу, еще дед у меня был, вот это самое, погиб. Пчел разводил. Загрызли пчелы? Нет, просто-напросто последняя стопка не полезла. Ну, это такое. И вот я думаю, пчел разводить буду, вот, поднимать потихонечку. Хорошее дело. Да, дом совсем захерел дело. О, сундук-то дедовский. О, шапка. Хуя себе. Никто не О, Ванек. Ай, гараж, гараж. Ты еще не виделись, гаражик. Гаражик. О, Ванек, здорово. Здорово. Папа, папа, как бы раздухал. А ты что, подожди, каким хером? Что-то я или перебил. Да не глючит, не глючит тебя. Нормально. Здорово, Ром. Да ничего, нормально. Отсутствовал, приехал. А чем занимался? Китов бил. Ты вообще чем сейчас промышляешь? Да я шо, хожу, наблюдаю. Короче, бухаю. Ты там с наркотой никак? Нихуя? О, не, я ж, ты знаешь, я борец с трезвым настроением духа. Мне игры с подсознанием, не оно никак. То есть мне лучше выжрать литр водки, чем, к примеру, там, как некоторые вот это посасывают, короче, то и, ну... Я понял, да, тебя. Ну, это ж хорошо, в общем. Значит, ты у нас человек с трезвым умом, памяти, слушай, гараж. Алкоголик, нарколыги не товарищ. Ты помнишь, как мы в детстве во дворе портвейн хуярили в песочнице? Ну да, это когда я наблевал, блин, на Катьку. И мама потом сказала моей маме и пипец. Ну да, 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 да. Слушай, братулец, мне информация нужна, если так по-серьезному. Я ж не просто сюда пришел, и не так просто тебя нашел. Сказали мне, знаешь ты одну тему. Ты знаешь такого доктора Роганова? Семен? Семен. Да говори, как есть, что ты паришься? Он, слышишь? Ну и что? Его люди крышуют его, короче. Кто его крышует? Он же доктор обычный. Какой нахуй обычный? А что там? Это пиздец, мусор из ада. Да же... Не из ада, а из ада. Он же людей вроде кодирует, там помощь наркозависимым. Каких кодирует? Там наркота. У него менты крышуют. Связи наркопоставки с Колумбией. А само Хуана Переса Педро. Да ладно. Я тебя кричу. Ты давай завязывай с... Ладно, братанец. Лучше водку жрать, чем пакеты надувать. Ладно, если с рогатым с этим срастется у меня, подкину я тебя бабла, довезу тебя с собой. Окей, Санг. Все, давай, братан. Сейчас, подожди, давай. Ничего, нормально, вернулся вот только. Не срослось меня там по китам. Хуйня там вышла. Вот тебя что там жирует, бандит? Да не, все по кайфу, но народ врет, короче, паленой водкой травится. Да хули вы водку жрете, что у вас самогона нормального нет? Да блин, Нина Николаевич помер, на даче погорел. И что он теперь? Теперь все, блядь, в КБшке утариваешься. Он, блядь, хороший мужик был, знатный дембер у него брали. Сын его откинулся недавно. Да ладно, у него сын в Афгане погиб. Да не, он такой адовый парень, короче. У него вместо башни танк, блядь. Младший, что ли, блядь? Да. Слушай, Борщ, а как бы мне этого Леху найти? Батьку помянуть там надо бы с ним. Да так, какой черт перетереть. Ну, клубешники тусуются, короче, вместе со своими друзьями, обраганами. Цифра есть у него? У тебя? Блин, ну цифр нет. Он ты, если клубешник придешь, ты всегда его найти сможешь. А ты явно его узнаешь. Заметная личность такая. Да, конечно, у него прям морда там. Башня квадратная, что ли, блядь? Пиздец, ты пьяница, борчец, блядь. Я так тебе рад, братан. Бери свою баклушу, пойдем, отметим это дело. Все-таки я вернулся, брат. Растатачки на лихой, шопер называется. Весь он ржавый и гнилой, но зато катается. Мы с приятелем хорошим за бухлом собрались. Здравствуйте, господин перевозчик. Сегодня мне сопутствует удача. Я выиграл тендер на поставку гипноламп в рамках социальной программы реабилитации алкоголиков. Вам незамедлительно предстоит привезти груз из пункта А в пункт Б. Не переживайте, оплата на ваш счет будет произведена незамедлительно. Плюс приятные бонусы. Аватар Грачоза, сюда! Открой-ка пасть. О, пошли, родимые, пошли. Опа, опа, Америка, Европа. Подопытный, остановитесь! Силен, доктор. Здравствуйте, дядечка. Здорово. Да не пугай, не ссы, не ссы. Нормально, все нормально. Не ссы. Что, не помнишь меня, да? Нет. Кто ты? Да ладно, неважно. Кто ты? Да ладно, неважно уже. Да не ссы, не ссы. Да успокойся, ты успокойся. Что ты тут пьешь, что ли? Таманское жрешь. Ладно, неважно, времени у меня нет. Кто ты? Слушай, дядечка, дядечка. Ты знаешь такого Леху Танка? Конечно. А где он тусуется? Или телефончик его, черкани? Мне сказали, ты знаешь, ты дворником возле клуба работаешь. Давай. Чего давать-то? Черкану давай, чего? А так чего? На словах не получается. Чего? Ну ты знаешь, как он клубе. Нет, я только так могу. Могу только написать. Черкану. У тебя руки вот трясутся с похмелья. Да. Ну ладно, сейчас напишешь. А ты родненького знаешь? Родненького? Да. Ты не знаешь родненького? Нет, ну ты напомни мне. Мне сказали, что есть такой родненький, он все время говорит, дай бог здоровья байкерам. Витьком кличут. Что ты, дяденька? Хорошо, знаю. Знаешь? Да. А я помню, как найти. Сейчас напишу, дай мне. Что, пергамент тебе? Пергамент. И уголь. Нужно... пергамент. Письмо написать, да, я напишу. Да, родненький мне как бы не нужен, в принципе. Мне просто интересно, чем он последние 2 года тут занимается. А то я как бы поиздержался. Денег нету. А, может, он знает, какого барыгу, может, тряхануть там или что. Да что я, блин, такого смешного говорю? Я молчу вообще. Нет, все серьезно. Дядечка, ты почему смеешься? Вообще не смешно. Да, не смешно. А вот этот, говорят, блядь, вот этот, кличку себе сменил. Говорит, Рундумундулу теперь зовется. Ну. Вот он с родненьким в одном классе учился. Да? Да, делишки у них там темные были всякие. Ты не смотри, что он там октябренок. И вообще, откуда у тебя его фотографии? Ты его тут в шкафу не держишь. Нигде не припрятал. Ну, Крым наш. Таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки-таки. Открыто, бля! Здорово! Здорово! Танком будешь? Да. Слушай, тут такое дело. Я батю твоего покойного хорошо знал. Дела у нас с ним были. Уважали мы друг друга. Так что я как бы и не чужой-то тебе совершенно. Ну давай, что ли, познакомимся. Меня Иваном кличут. Танк. Что, прям так танком и зовут? Или как-то? Мне сказали, Леха ты вроде. А, ну да, Алексей Танк. Ты чем вообще сейчас занимаешься-то, Леха? А то я слышал там про твои делишки, как ты трактором терминал платежный вырвал. Было такое дело, да. Много там бабла хоть было. Да там херня вообще была, блин, больше этой самой канители, как говорится. Понятно, больше дали, короче. Да, и больше дали. Давай-ка батьку твоего помянем, что ли. Да не, хуй дело, конечно. Да есть всего. Виногорка. Да, это адское пойло тоже, бля. Для баб, что ли, подготовил, блин. Жена-то есть у тебя? Не, жену я застрелил нахуй. Ни хрена ты, блин. Вот это мужик, блядь. Вот это мужик, уважаю. Уважаю. Да ебало застрелила все. Понятно. Чтоб мозга не ебало. Что там, сатана ее одолела, блин. Ну да, у нее тот самый, получается, этот, как и пошла эта хуйня, а сатанела, блядь, баба. И пришлось ее, бля, я думал, может, с вилами на нее пойти, бля. Он подумал, нихуя не пойдет. Из ружья ебнул и все. Правда, пиздец. Отмучила бабу. Блядь, баба, да. Давай-ка батьку твоего помянем. Мужик хороший был, хватистый. Да. Бимбер славный делал, да. Слышал, народец у вас тут от водочки паленый мрет. Так вот, самогон тоже да, сам да. Пробовал. Нормальный. Давай-ка, не чокаясь. Давай. Ну, Николаевич, царство тебе небесное. Слушай, Леш, да. Я тут как бы... Только вот приехал на днях. Не знаешь бы, поиздержался я порядком. Как бы, где, что, может, тему замутить? Может, барыгу тряханем какого там, блядь, не знаешь, там, никого. Да надо поспрашивать, я хуй его знает. Вот сейчас будет этот концерт у меня, я танки буду там хуярить. В ДК... Какие танки будешь хуярить? В ДК глухонемых. То есть... Глухонемых будешь хуярить. Будет происходить это все вот в ДК глухонемых. А, и что у тебя там? Я там буду, в общем, это, петь танки. А, забантуй вас. Да, 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 там у нас будет это, трэш такой, собираться там будет. Слышь, а ты этого родненького не знаешь такого? Какого, интересно? Ну, не слышал, да, такого погоняла? Родненький. Родненький. Что-то не слышал. Ну, ты там, ладно, все равно поспрашивай там это самое, блядь. А я там подтянусь это самое на твой сабантуй. Ты там пацанов своих предупредил. Конечно, нехуй делать. Че, давай-ка еще ебанем. Давай еще хуй. Бля, заебись пошла вообще охуенно. Слышь, Леха. Да. Можно тебя танком просто будет. Да нехуй делать, конечно. Шлем как у бати. Хороший, блин. А ты это самое. Спортом, я смотрю, занимаешься, да? Да, немного бодибилдингом занялся, блядь. Качок, что ли? Да кредит взял этот самый, как он, на эти, как он называется, на анаболики, нахуй. Как же зашел, блядь, недавно, нахуй. Думаю, надо, блядь, денег нет нихуя, все порыскал, блядь. Думаю, а хули, а качаться, значит, надо что-нибудь такое, чтобы дикое было, блядь. И как бы моментально. Ну и пошел, кредит взял. И сколько взял? 1100 взял, мне хватит. И на бухло, и на анаболики, нахуй. Нихуя себе. Так это тебе сколько еще их выплачивать? Да вообще, в принципе, похуй. Я потом еще, если надо будет, возьму. О. А там, может, что-нибудь найдется, может, этот, опять же, терминал этот ебаный. Может, там как-нибудь это самое получше развернется дело. А может, на крупное подел, хуй его знает. Да. Так значит, тебе бабки Очень нужен. Конечно. Ну, значит, будем дела. Да, делать. Вот и что и говорю. Ну, за удачу! Удачу! Все, давай, братулец! Давай! Пошел! Удачи! Все, давай! Все, бодро сидут. Отец, бля! Ёбаный в рот! Сожгли, блядь! Волки кованые! Телескоп, подойдите-ка сюда на минуточку. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Ну что у нас новенького на районе? Никто водкой не траванулся, спайсом не передознулся, хулиганы новые не появились. Да ровненько все, самогончик пьем, сигаретки курим. В общем, все, все. Послушай, телескоп, ты че мне лепоту гонишь? По делу говори, а то я тебя опять на кичу отправлю. Ну, как бы есть кое-какая инфа. Не знаю, про доктора. Какого еще нахер доктора? Как бы это... Леха Танк Николаевича, так. Спокойного сына. Да. Вот, он с Иваном Китабоем хочет доктора трухануть. Твою мать! Откуда же этот Иван-то нарисовался? Блять, не было же его, а? Не знаю, за что купил, зато продал. Знаете, гражданин, начальник, знаете, пойду я, потому что мне в аптеку надо. Да. Мне кажется, бабушка. бабушку на старенькую. Ай, померла твоя бабка еще 2 года назад. Торчок ты ебаный. Здорово, перевозчик. Все перевез. Рад видеть тебя, брателло. Сколько лет, сколько жил. Так же, солидарен. Что-то окреп там, да? Нормально, шляпа у тебя. Лепень кожаный. А то на моде, на стиле. Круть. А носков-то нет. Ну ты, блин, по олдскулу, как всегда. Какие у вас здесь положения-то в городе? Роганов тут все врага приделывает, какие-то электрические. Все пей бросают, просто охуевают. Охренеть. Слушай, ты торопишься сейчас или как? Ой, для тебя абсолютно свободен до понедельника, так сказать. Единственное, тут какие-то шизики просили что-то им там повозить, покатать. Есть что попутно можем взять. Поговорить нам нужно по дороге. Давненько мы с тобой не катались. Залезай. Давай. Ах, двери как в Роллс-Ройсе. Эх, старушка. Еще что ли? Шалтызик какой-то. Эй, малоходный! С дороги уйди! Мужик какой-то смешной. Да пациент Роганова сбежал, сука, опять. А ты откуда знаешь? Да приходилось его тоже на борт себе брать. Ну что, дружище, ты там за рогатого доктора не слыхал? Да слыхал, раз заказ у него брал, какие-то лампочки с бугра возил. Так, как будто дебил. Вот. А тебе-то нахрена он нужен, хочу знать. Поздороваться я с ним хочу. Говорят, он темная личность. Николаевич отправил на тот свет. Короче, увидишь, передай ему от меня привет. Во-во, передам. Уже достал. Хоть бы тут из группы не вылететь. Трясет-то еще, блядь. И самогон этот уже не помогает. Были тут у меня какие-то таблетосы. О, пацаны подогнали. Таблетки от доктора Роганова. По 2 штуки принимать. Рогагач вроде называется. От алкоголизма. Запивать большим количеством водки. Или воды, или водки. Хуй его знает. Прочь, черепахи, прочь! Уходите! Уходите! Оставьте меня! Да, заварили мне, блядь, кашу. Откуда же этот Иван вообще взялся? Рогатый-то уже год в разработке, его с поличным-то надо бы брать. Люди, покайтесь, ибо грядет апокалипсис, черепаховый апокалипсис! Россиюшка, блядь. От одного трупами смердит, другой вообще дурак малохольный. Сейчас мне там бойню устроят. И плакали мои звезды. Успеть бы перехватить. Пока свободен. Да. Здорово, Гиви. Здорово. А ты кто такой? Иван. Братишка, сколько лент, сколько сил. Как сам? Да все нормально. У меня тут вопрос такой к тебе. Как уважаемого Гиви Китадзе найти? Ты же у него работал. Гиви? Ну, у него самый большой особняк возле местного централа. Ты не промахнешься. О, спасибо, Гиви. Помог. Удачи тебе, братишка. Да, невеста тебе хорошей. А, наших невест на том свете с фонарями ищут. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но ее найти нелегко. Где же ты, моя суприка? Эй, охрана! Вот это я пришел, вот это ты зашел. Кого я вижу? Давай, заходи, да, заходи. Пахан ждет, видать. Ой, да? Ждет. Ох ты дерзкий какой. Да. Давай, почти передумал. Заходи, заходи. Давно я тебя, дядечка, не видел. Давай, все. Как там ребра не болят? Не зажили, поди. Сейчас на тряпочке тебя порежут. Давай. Уважаемый Гиви Китадзе, сам Кит. Ну, Кит здесь. Поставь куда-нибудь по-братски. Здесь, тебя. Давай. Пойдем. Здравствуй, Кит. Смелый ты, Ваня. Сам пришел. Да вот, пришел. Сам решил обозначиться. Че, знаю, должок за мной. Отдам. С процентом отдашь. Фортуна будет. Будут и проценты. Я вот тут с интересом с одним к тебе, Гиви. Ты доктора Роганова крышуешь? Нет. Я думал, все барыги под тобой. Этот бес законов наших не признает. Вообще клаве не платит. На ножи его поставить? Делай с ним, что хочешь. Спасибо, уважаемый Гиви. Так и сделаю. И процент будет. Ступай. Не буду мешать, уважаемый. Долгих лет жизни тебе. Дядечка! Пошли человека к Рогатому. Пусть проследит за всем. Вот. Привел! Ну что, заходите. Скоро станете людьми. На ваш выбор. Красное или зеленое? Нет. Выбирайте. Нет. Помогите чуть-чуть. Нахуй. Ну-ка давай, открывай рот. Теперь ты. Тебе красненькая досталась. Давай, открывай рот. Молодец, голубчик. Скоро поправишься. Ну что, ребята, получше вам стало? Вроде подействовало. Я тоже так думаю. Теперь на процедуры. Пошли! Нахуй! Давай, блядь! Давай, блядь! Давай, нахуй! Давай, блядь! Твою мать, блядь! Как сам? Охуенно! Заебись, бля, ты вчера в клубе отжег вообще ураган, брать там. Давно такой херни не видел, бля, во! Респект, уважуха, бля. Да, было дело! Ты вообще матерый, ты, говорят, еще, блядь, холодильник скинул, блядь. Да, со 16-го этажа! Бомжа ты бы уебал. Бомжа придавила нахуй! Блядь, Серёг, подлец, Серёг! Слушай, блядь, такая тема. Тут это доктор-то наш, ну, рогатый, оказывается, там наркотой, там, блядь, что-то балуется, блядь. Там народу, а тут немерено, блядь. Готов, рогатоватый ханник-то? Я за правое дело, всегда готов. Ну, это хорошо, блядь, ты слушай. Приладу-то, блядь, на рогатого. А как же? Покажу, как ехуй нахуй! За отца! Уважаю тебя, уважаю, братан! Ну так вот, слушай, ты там, блядь, прилада у тебя серьезная, конечно. Да, охуенная. Ты там сразу-то всех не покоси, а то там, может, народ-то, блядь, тусуется такой. Ты знаешь, он же еще кодирует, так там всех, может, заранее. Может, кто там это, без вины виноватого хлопнешь. Это вот не надо, не надо. Ты меня держись, я знаки подавать. А то ты там это, делов понаворотишь. Знаю. Посмотри. Ну что, масочку взял, да? Да, все, охуенно. Двинули, давай. Ну что там, дух? Свои процедуры. Понял. Ну что, погнали. Давай! Руки, ручку! Музыка пошла! Процедуры, давай. Вырубай его. Ну, доктор, ну, змей. Людей типа кодирую. Первый месяц бесплатно, кодировка в рассрочку. А сам наркотой банчит. Ой, не по-людски, это не по понятиям. Корпорация КИТ, счастливая жизнь. Мы будем бить китов. Кодермен, у меня батя никогда, блядь, не кодировался. Эту хуйню вообще ненавидел. Бухал как волк, блядь. А это все хуйня полная. Я бы этих кодировщиков всех бы к стенке поставил и покосил бы нахер. Граждане, приходите кодироваться. Роганов — это счастливая жизнь и трезвое будущее. Рассрочка от 2 месяцев до 3 лет. Приходите все, никто не пожалеет об этом. Приходите, идите к счастью навстречу. Козлота. Слышь, танк, как бы нам этого амбала-то выхлестнуть? Он там маячит, блядь, пиздец, амбал здоровый, я ебу. Может, ты как-нибудь наебать его, что ли? Хули ты на меня смотришь, блядь, идеи добавь. Косую вырубить нахуй. Ай, блядь, ты опять за свою хуйню, блядь, я тебе знак дам, когда, блядь, мочить его надо будет. Может, семечек, поешь, попросишь у него? Да можно, хули. Амбал семечки жрет, не? О, местный какой-то, блядь, идет. А ну-ка, блядь, свистани-ка его сюда. Эх, хуйрыга, иди сюда! Да иди, не ссы, ёпту! Иди! Шо ты, местный? Ну да, был вроде с утра. За самогоном хуяришь? Да пойду до Зинки, может, под тады даст. А мы тут третьего ищем, ебанёт. Ай, да с удовольствием, пацаны. Федька зовут меня. Ванька. Танк. О, Федя. Танкистом, братан, служил. Да-да. Че, с горла шеи потянешь? Легко. Но. Вот у меня и вишенки зелененькие. Я шо это, блядь, так? Нормально. Заебись. Как у вас тут дела обстоят? Ты знаешь такого доктора Рогатова? А он там где-то, вон, он там. А пытает там народ. Кодирует, да? Кодирует. Да. Холодно. Да. Бля, народу, небось, уже поназакодировал. Ой, да, всю деревню. А ты-то что пьешь к нему, блядь, не попался еще? Не, я жену обмахал, сказал, пойду на рыбалку. А сам он к Зинке, может, даст под тады-то. Ну, понятно, на, потяни, Федь, еще потяни. Ну, ваше здоровье. Спасибо, Федь, спасибо. Сантабин, у тебя кепка какая-то. Сантабин кофе. Федь, закурить есть у тебя? Ой, да нет, нихуя. Всю махру покурил. Что-то у тебя нихуя нету, блядь. Нету нихуя. А вон тот этот амбал маячит там за забором. Стрельни-ка у него сигаретку. Амбал! Дай закурить-то! Кого, блядь, чертом амбалом назвал? Ну не амбал, так бугай! Закурить-то дай, слышь! Что ты сейчас шею свернул? Что, здоровый, что ли? Сюда, иди, ты сейчас! А ну-ка, амбал, тормози-ка! Кто такой? Сейчас ты узнаешь, тут вопросики теперь мы задавать будем. Ты понял? Все, пацаны, спокойно. Спокойно, что надо? Скажите, что надо. Доктора Рогатова знаешь? Знаю. Где он? В здании, батя, в здании. Народу много его охраняет. Я не знаю, малохольные кругом одни. Ну-ка, Леха, вешай-ка это его. О, блядь, сука, ебать, попал нахуй. Ёб твою мать, блядь. Давай, пошустрее, я его пощекачу, блядь. Блядь, волка кованого, нахуй. Заебись, да, злые, блядь. Убежит, блядь. Там-то поизгалялись, води, блядь. Кодируйте их там, да? Я за бабки рублюсь, за бабки только, пацаны. Пошел, бугай, пошел. Ну-ка, Леха, с одного маха отсекешь ему башку. Бля, не надо. Пацаны. Стоп. Точно не спиздел, что Рогатый в здании? В здании, батя, в здании! Пизди! Богом клянусь, в здании! А ну-ка, брось его на травичку туда. Успеем, завалим его. Ладно, пусть здесь валяется, капан хрен. Не трогайте, пацаны, не трогайте! Эх, ну что, братан? Делаем! рогатый! Рогатый, выходи! Ходи, сука! Ну кто тут меня хотел? Ты говно! Давай! Ты за говно! У меня сейчас, блядь, на перья повиснешь, рогатый! Сучёныш, из-под земли достану! Знай меня, рогатый! Знай! Ваня я! Ваня! Спокойно, пацаны! Что ты там на цепях, блядь, сидишь? Нахуй! Малахольные вы мои! А где доктор наркоту-то прячет, а? А где бабло? Там где-то. А ну-ка ведите-ка меня! Быстренько ведите! Ладно. Роганов 57. Леху жалко, сука, рогатая. Молодой пацан и совсем. Всех в семье позвонили. И бати нет, и Лехи теперь нет. Схоронить мальца бы надо. Давайте, давайте, малохольные! Братуха моего, аккуратней, аккуратней! Друг хороший мой был. Давай, давай, давай! Я что, вас тут зря, блядь, от рогатого спасал? Аккуратней ложи, аккуратней! Пусть спит спокойно, брат. Пусть спокойно спит. Молитву знаешь? Какую-нибудь? Читайте. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь. Спи спокойно, брат мой. Спи, Леха, спи. Рогатого достанем, мы достанем. Спи, братан. Уходи, уходи. Мы будем бить китов! Твою ж мать! Бойскауты сраные! Что же ты, Ваня, наделал-то, а? У нас этот козел рогатый целый год в разработке был, а ты решил со своим бойскаутом сраным войну устроить. Что мне теперь начальству докладывать? Мол, так и так, Роганов был убит народным мстителем Иваном? Я вот так тебе, Ваня, скажу. Пиздец моим звездам! Слышишь, Ваня, пиздец! Я вот так тебе скажу. И как мы с тобой теперь, Ваня, будем? А мы с тобой, товарищ мент, теперь никак не будем. Рапорт победоносный напишешь. Скажешь, Роганова сам сделал. По телеку, может, покажут. Слышь, служивый, отстал бы ты от меня. Я сегодня здесь, а через 5 минут меня здесь нет. Все. Говорят, над нашей областью трасса сверхзвуковая проходит. Вон сверхзвуковой опять пошел. Это слово «свобода», это будто бы птицы лететь. Это сладкое сердце заноза, который хочется бить. Это сладкое слово «свобода», задохнуться не страшно в ней. Я на грани небесного меда, ангела слезы елей. Мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов. Мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов, мы будем бить китов. Сладкое слово «свобода», это будто бы птицы лететь, это сладкое сердце.